В музее-заповеднике Горки Ленинские – джазовые сезоны. На сцене, расположенной на поляне позади главного здания усадьбы, выступают музыканты, многие из которых известны во всем мире. Мне кажется, что фестиваль джазовый в Горках Ленинских, художественным руководителем которого является Игорь Михайлович Бутман, точно должен стать фестивалем традиционным, который будет проходить каждый год на территории Московской области. И действительно, в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» знаменитая усадьба принимает фестиваль уже второй год. Идейный вдохновитель, народный артист России Игорь Бутман, перед каждым новым выступлением поднимается на сцену, чтобы познакомить публику с исполнителями. Здесь очень хорошо играется. А главное, что людям хорошо сюда приходить. Они чувствуют себя комфортно, удобно. Великолепный вот театр получился из этих деревьев, как бы, под открытым небом. Нам играть одно удовольствие. Повезло с погодой. В непринужденной обстановке зрители расположились на лужайке. Кто-то на стульях, а кому их не хватило, наслаждались музыкой на пледах в тени деревьев. Кстати, среди любителей джаза немало известных персон. Здесь удивительная природа, и все это сочетание воздуха, музыки и настроения, которое создает музыка, я считаю, что это потрясающе. Придумано потрясающе. Несколько часов, заполненных джазовыми композициями. Артисты сменяют друг друга. Юлия Перминова, Александр Довгополый, Сергей Долженков, Юлиана Рогачева. Публика принимает каждого с большой теплотой. Ну, конечно же, мы постарались собрать воедино самые лучшие наши песни любимые. Это и были джазовые стандарты, и немного было авторской музыки. То есть, ну, конечно, так как у нас было часовое исполнение на сцене, мы хотели, скажем так, полностью раскрыть себя зрителю. Кульминация вечера – выступление маэстро Бутмана и Московского джазового оркестра. Да, джаз – это здорово. Это такое некое, знаете, дыхание внутри музыкальное. Оно расслабляет и заставляет тебя немножечко летать. Фестиваль «Джазовые сезоны» становится одной из визитных карточек усадьбы Горки Ленинские и завоевывает любовь публики, которой только по сравнению с прошлым годом пришло в два раза больше. Раскрою секрет. Сегодня мы с Игорем Михайловичем договорились о том, что следующий фестиваль, мы состыкуем даты, пройдет также летом в Горках Ленинских на территории музея-заповедника. Дмитрий Книга и Адамия Екатерина Чернышова. Видное ТВ.